Вот. Сейчас я гляжу, идет девочка одна и плачет, огорченная. Кто ко мне подходил? Так, подойди сюда, чтобы я слышал. Что случилось? Ну, меня Кирилл обзывал. Обзывали? Понятно, у нас это строго запрещено. Кто обзывал? Ксюша и Кирилл. Так, выйдите сюда, кого? А что же с этой стороны? И как они обзывали? Что я толстая, когда мы там качались на качельке. Я толстая. Так, я по порядку, чтобы не забыть. Ты говорил, что она толстая? Не, ну, как говорил, ну, можно образно, потому что мы качались, и она меня перевесила. Вика. И они, вот. И потом меня Ксюша начала... Ну, она просто сказала. Я сказала, ты что, потолстела? Но она не толстая совсем, какая она толстая? Нормальная совершенно. Ты говорила, что она толстая? Я сказала, ты что, потолстела, что ли, перевешиваешь? Она спросила тогда так. Будьте аккуратны в словах, это они не обзывали. Они просто... Они меня может, одна половина была твоя длиннее, и поэтому ты перевесила. Только поэтому она неровная, качели оказалась. Вы запомните, обзываться нельзя. Нельзя, это 5 горячих. Хорошо слышала? Да. Вот в этой комнате наказывать буду. Все. Еще один случай. Еще один случай. Иди, Вика, рассказывай сама. Ну, Соня, Маша подрались. Дрались, еще две дрались. Идите сюда. Две дочь, это одни родные сестры, вот эти близняшки две. Между собой дерутся, говорит, все время. Было такое, нет? Ну, туда смотри. Подними голову-то. Кудряшки. А почему подрались-то? Пальцы не видят. Ну, они подрались, потому что качались. Соня качалась. Подожди. Тебе сколько слезу? Лет-то? 5. И тебе тоже 5, да? А кто из вас считается старше, первый родился? Значит, это Марья, да? Маша. А ты Софья. У Маши трехэтажное платье, видишь какое, а у этой двухэтажное. Карманы. Я их так узнаю. Если они платье переменят, а для меня это... Беда, дальше она сидит, я говорю, ну встань, я посмотрю, кто ты. А что дрались-то, из-за чего? Из-за того, что... Раньше обычно дерутся-то из-за женихов, но вы вроде маленькие еще. Они качались, Соня слезла, нет. Одна Соня, девочка упала. Они сильно так качались, Маша, ну как они качались, чтобы Маша падала больно как на качелях. Ну вот они покачались, потом Маша, ну как присела, и Соня упала с качели потом. Маша начала плакать, слезла с качели и начала Соня бить. А на каких качелях? На вон тех. Вот которые вот так качаются? Да, вот. Вот тогда больше на них не садитесь. Все. Слышали? Опусти. На эти качели не садиться. Эти качели раздора. На другие качели, вместе, где можно двоих качать. Договорились? Все, остановитесь. Здрасте, у нас нельзя. Кто дерется, 7 горячих. Еще у нас вчера происшествие произошло. Подойди сюда. Что? Ну, вчера, когда мы ходили к бабе Наде, у нас Тимофей там с Машей... Или Соней там схватились, начали как бы драться или что. Ну, начали, ну, я увидел игрушку они удирать. Они из-за игрушки дрались какой-то. С Машей или Соней, вот из девочек какой-то. Они вместе с Машей. Что случилось-то, Тимофей? Ну, баба Надя отошла, ну, по делам. Не ну-ка только, мы не на лошади. В дом. И вот, сначала они все нормально играли. Потом вдруг Маша или Соня начали с Тимофеем драться из-за игрушки. Нет, из-за игрушки. Я хотел пройти около двери, и она хотела пройти. Она меня ударила, и нет, она меня не ударила, она меня сначала просто толкнула. Познакомиться хотела? Да, она толкнула, чтобы я отошел, и она прошла. Потом... Пальцы не грызти нельзя, не надо, они грязные. Ну? Вот, потом я захотела опять пройти, а она меня уже потом ударила. Мы с ней начали драться, а я их не бил. Я подошел к ним, а они легли на кровать. А я взял такую деревянную штучку и, значит, ну, вроде кубика. И... хотел как бы ей дать сдачу и ей в лоб кинул. Прямо говорит как, ты за что меня ударил? Кирпичиной по плечу. А я за то тебя ударил, познакомиться хочу. Вот. А потом я хотел отдать, я
Маша просто хотел взять. Вот. Но это... можно по-другому было. Да. Не ходить и не сдавать. Она тебя толкнула, ты посмотрел бы, отвернулся, но пальцы в рот не брать, я сказал уже. Они сосут их по ночам. Они пальцы будете в рот брать, будете жевать кровью. Так берут и засыпают. Я вас живо отучу от этого. Так, тем более, почему вы обувши? Все разуйте. Снимите, что это. Тимофей, разувайся. Снимите. Снимите, где у тебя там носки, еще там есть, это убрать. Нет, а потом я просто хотел взять эту деревянную штучку и больше не подходить. Ну, дальше уже меня слушать неохота. Не надо было это делать. А ты девочка, слабое создание, 5 лет, ну еще спрашивать, не смешно что-то. Ты здоровый уже парень такой. Она прошла, я думал опять пройти, и она легла на кровать. Ну, ты еще хочешь, что и думай. Она примирение какое делает, легла на кровать. Вот кто послушает, скажет, и чем вы там занимаетесь? Что-то не дала, ну просто вообще, не годится. Это, она не отдает, а ты к ней не лезь, пускай она играет, а ты стой и смотри, или уйди к другому месту. Так, не балуйся стоять, встаньте прямо, и в церкви ногу так отставляешь. Привыкли, пятки вместе должна быть в церкви, вот так, не надо поднимать, а то поднимаются. Так, ты считаешь, правильно поступил? Я считаю, что неправильно. Ну кто конфликтную ситуацию создал, ты или она? Я. Ну вот это хорошо, что на себя берешь. Так, Маша, выйди сюда. Они вместе. Они вместе. Тебе обидно было, когда он тебя там это... Что сделал-то? Толкнул или ударил кубиком-то, я не пойму. Нет, он не дал. Ну ты прости его, подними голову-то. Ты прощаешь его? Он Соню ударил. Попроси прощения. Он Соню ударил. Все, остановись. Кубиком по голове. Не-не-не, ты видишь, они маленькие девочки. Ну, какие это прямо не знаю это. Игнатий. Нет, 5 лет. Ну 10 лет пройдет, ты вот так будешь вокруг нее бегать, познакомиться хочу. Ты маленько-то глянь, какие красавицы растут. Ну, маленько вперед-то надо глядеть, что дальше-то Игнатий будет. Игнатий Тихонович. Он Соню ударил кубиком по голове, не Машу. Еще себе кубиком по голове. А кто это позволил? У нас это так. Если кто-то кого-то обозвал, 5 горящих, если стукнул или что-то, 7 горящих, кому 7 горящих дать? Я не ударял, я кинул. Это то же самое. Не ударял, а просто кинул, да? Нет, они дрались. Ну я даже тапочек вот возьму, я его ударять не буду, а просто кину его. Это что, ударил или не ударил? Ударил. Ну так а что тогда плясать-то уже здесь? Ударил ты ее? Кубиком-то деревянным по голове-то... Я не потом. Как стоит-то? Так тебе стоит дать горящих? Да. Да, ну я сегодня не хочу, у меня руки устали на работе. Какой психолог, Тимофей, да? Вот силы наберу тогда. Остановись. Мы с Кириллом. Как ты хотел? Такие девчата, думаю, так хорошо жить. Нет, парни, вчера работали хуже, сегодня лучше работали. Я сегодня расставил так мальчика с девочкой, всех разделил. Почти всех. И вроде тишина была. Они, гляжу, не работают, сидят, он ей песни поет и... Серенад устроили. Не работать что надо, а он Варлам только поет, а это сидит, вот слушает. Варлам с кем работает? Соня сидит. Я ничего не мог с ним сделать. Он непременно поет, как Муслим Магомаев. Ну так, давайте за стол. А платочки? Платочки есть у всех. Ну да, надо и мне показать. А мне еще... тоже. Андрей побежал. Что, опять нету? Есть? Давай, дуй. А можно ему дать? Нельзя. Он прибежит, да. Это надо самому ему. Опять. Роман, слышишь? Да, мы не будем. Наши бежать будут до деревьев. Кирилл. Да подожди, хватит плакать. Я забыл про это, но платочек есть. Господи, я это. Так, давай. Ну все на этом. Пошли, вроде. Ты это. Ты мне еще березовки-то благословишь там? Конечно. А? Мы для вас ее и оставили. Ну, спаси Христос, это сильно поддерживает меня. Вон, вот и шарик тут. Шарик. Давай. Шарик. Интересно, сейчас перестал я. Дядя Вова, налейте воды туда. Нальем, конечно. Сейчас давайте.
Идите на обед, сейчас нальем скоро. После обеда уже. Слава Богу за все.